Блин, я же совсем забыл рассказать вам, о чем сюжет в игре «Территория тьмы». Ладно, я знаю одного человека, который по-быстренькому сможет вам рассказать, о чем сюжет в этой игре. Алло? Привет, слушай, ты не мог бы по-быстрому как-нибудь рассказать сюжет в игре «Территория тьмы»? Да сейчас, ты хотя бы знаешь, сколько стоит мое время? За это видео я дам тебе 50 рублей пачку пельменей. Итак, о сюжете. Значит так, существует лаборатория, где проводились всякие эксперименты, но что-то пошло не так, и в город направляют кучу военных. Не-не-не, подожди, по-другому написано. А, что? Не через телефон, а через... А, через камеру со мной разговариваешь? Ладно, слушай, тут написано. Уникальная атмосфера блокированного города, в котором уже много лет нет связи с внешним миром. Хорошо, заново. Значит так, существует лаборатория, где проводились всякие эксперименты, но что-то пошло не так. Какие-то мелкие твари вырвались наружу, чиня беспредел. Через пару лет анабиоза должен был отойти главный проект. Президенту сообщили об этом, на что он сказал: «Какого хрена? Вы что, хотите, чтобы мы в каждый город с монстрами отправляли военных?» Но потом передумал. Однако внезапно оказалось, что в России нет вертолетов, и группа военных выдвинулась в Черноозерск пешком. Из Москвы. И через пару лет пришли, но немного не успели, потому что монстр вышел из анабиоза. Тем временем в Москве все же купили два вертолета, и в тот же город послали спецназ. Однако жители, оказалось, так напугались монстров пару лет назад, что все где-то нашли кучу оружия, базук и решили убить нафиг спасательную группу, которая, вот парадокс, должна их спасти. Группа тоже от этого как-то немного прифигела и решила свалить из города, куда их послали всех спасать, попутно заскочив в лабораторию, в которой, естественно, никого уже нет. Что они решают осуществить, крадя единственный в городе грузовик, так как все жители, видимо, ездят на дробовиках и базуках. В это время где-то там еще шарится по городу второй главный герой Монстрилла, которого все куда-то влечет. Наверное, к самке. И что там дальше, я честно не знаю, но почти уверен, что сюжет закручивается по спирали, а убийца дворецкий.